Второй день на Бали, еще пока чувствуется джетлаг, и мы приехали к слонам. Это пока что каменный, скоро будут настоящие. Очень приятное место, приятный парк, чтобы погулять, конечно же, чтобы покормить, погладить слонов. Также тут есть опция, что можно помыть слона, искупаться вместе с ним и там покататься вокруг по лесу. Но мы решили просто побыть рядом со слониками, погладить их, покормить морковкой. И, в общем, классное место. А, вот еще главное, что хотела рассказать, что... Здесь слоны не из дикой природы, а наоборот спасенные из разных мест. Так, например, я знаю, что здесь привезены они из Индии в довольно-таки плачевном состоянии. Их тут лечат, тут есть лечебница для слонов. И выглядят они довольно-таки здесь уже упитанными, счастливыми, я надеюсь. Вот, но в любом случае это такое место, где спасают слонов. Я все-таки добавлю пару слов. Очевидно, из вступления этого видео, а также из обложки, что мы на Бали и планируем пробыть здесь целых 5 недель, из них 3 работать и 2 отдыхать. И первое, что хочется сказать, что я просто очень счастлива быть здесь. Если меня спросить, что я больше всего люблю делать на Бали или что бы я посоветовала, что-то такое, я отвечу, что я просто очень люблю быть и жить здесь. Меня очень радует тепло, то, что мне не холодно. Я в целом, мне кажется, зимой впадаю в какой-то анабиоз, когда на улице холодно и серо. Я очень мало занимаюсь спортом, мне в целом очень тяжело заставить себя двигаться и вообще что-то делать, кроме как укутаться в пледик и лечь на кровать. Поэтому да, я очень рада быть тут и что мне не холодно, мне хочется двигаться, хочется заниматься йогой или... Просто меня очень радует то, что я каждый день вижу что-то красивое, и это просто повседневность. Вокруг меня листочки, цветочки и бабочки. Короче говоря, все вот это мне очень-очень нравится. Также я очень люблю фрукты и смузи, и здесь это тоже обыденность. Короче говоря, просто быт и обыденность на Бали — это что-то идеальное для меня. Но как же так получилось, что я биолог такой традиционный, который работает... традиционный, в смысле, лабораторный биолог, который работает именно в институте с животными, с какими-то там, с гистологией, когда ты должен все вот непосредственно за столом лабораторным делать. Я провела огромный эксперимент, мне кажется, успела несколько раз пожаловаться на канале, что я очень устала работать по выходным и практически без выходных нон-стопом в течение 2,5 месяцев.
Если честно, я себя немножко перегрузила, и мне было тяжело перевести мое тело из Берлина уже на Бали, потому что просто из последних сил ждала приезда сюда. Но благодаря тому, что я за относительно короткий срок успела сделать огромный эксперимент, теперь у меня есть огромное количество данных, очень даже неплохих. Конечно же, все как обычно в лаборатории не может быть идеальным, но данные получились действительно качественные, и теперь нужно действительно качественно их обработать, проанализировать, увидеть, наконец-то, подтверждение, опровержение гипотез, корреляции и так далее. Короче говоря, это очень интересная часть работы, собственно, такая финальная, заключительная, но при этом ее я делаю полностью на компьютере. Поэтому, собственно, и смогла уехать так надолго и буду работать над данными здесь. Что ждет мой YouTube-канал? Не ждите видео из серии 10 лучших мест на Бали или самые красивые водопады Убуда. Нет, все так же канал будет про быт и повседневность, но уже на острове. Немножко смешно, как я раньше думала и говорила, что вот я ни разу не была на горячей йоге, то есть когда занимаешься в, наверное, комнате, где плюс 30 где-то градусов, я такая, вот, интересно, горячая йога, что-то такое, а потом я поняла, что всегда, когда я занимаюсь на Бали, чаще всего это какие-то такие открытые более-менее пространства, я имею в виду, что здесь температура такая же, как и на улице, так что, оказывается, я, в общем-то, регулярно занимаюсь именно горячей йогой. Мы живем в центральной части острова, в Убуде, относительно центральной, но вокруг нас джунгли, рисовые поля и относительно далеко до побережья, где-то 1,5 часа на байке. И это наше, можно сказать, любимое место с Сашей, поэтому мы очень рады здесь именно пожить эти 3 рабочие недели. Каждую недельку мы меняем отель. Просто так. Но все эти 3 недели мы в Убуде. А затем уже последние 2 мы будем колесить по всему Бали и даже заплывем на соседний островочек. Но все это в будущем. А пока наслаждаемся повседневностью и бытом Убуда. Я, если честно, поначалу немножко расстроилась, что не могу найти в этом отеле место, где можно красиво и тихо, главное, что-то заснять, так как действительно вокруг кипит жизнь, кто-то летает, работает на рисовом поле, которое прям вот мы, можно сказать, в центре рисового поля находимся. Также где-то проходит какая-нибудь ретрит, практика и так далее. Короче говоря, с одной стороны чувствуется спокойствие, а с другой стороны жизнь кипит. Но потом я подумала, что здесь очень даже красиво снять можно просто в комнате. По сути, наша комната — это и есть вот кровать, передо мной небольшой стол и ванная комната. Совсем небольшое пространство, но мне кажется, очень даже симпатичным. А теперь пару слов про наш быт здесь. 9 утра по Берлину — это 4 часа на Бали, поэтому мы успеваем полноценно и классно прожить первую половину дня, когда много сил, идей, эмоций. Это может быть просто день, проведенный возле бассейна, или можно съездить на водопад кое-куда, куда мы отправимся сегодня. Короче говоря, придумать какую-нибудь любую, какую хочется активность в первой половине дня,
а затем где-то с 3 часов дня мы оба работаем, и так до самого вечера, и просто около 10 заканчиваем, можем что-то посмотреть, и прямо после работы мы ложимся спать. Если честно, я считаю такой формат просто идеальным, потому что если делать все наоборот, сначала работать, а потом жить, то лично у меня под вечер уже просто нету особой сил, и желания тоже заканчиваются, особенно в зимний период, если честно, после работы я просто приезжала домой и лежала на диване. Поэтому жить вот в таком распорядке дня для меня также отдельно прекрасно. Приехали в еще одно очень популярное место. Это парк обезьян, но я тут впервые, и это гигантское-гигантское пространство, в котором куча обезьян. А еще, на самом деле, мне кажется, где-то радиус километра вокруг этого парка тоже можно просто по дорогам Увуда очень часто встречать обезьян. Не обязательно для этого прям в парк заходить, но здесь их, конечно же, больше всего. А вот в этой сетке отдельно живут обезьянки, у которых потеряно зрение. И большинство из этих обезьян потеряли свое зрение при столкновении со змеями. После какой-нибудь активности, сегодня это были обезьяны, у меня, если честно, уже особо нет сил снимать по вечерам, и снимать не так интересно, так как мы просто действительно сидим за компами, либо я сижу вот на этом балкончике, который, ну, такой общий длинный балкончик отеля, либо прям в кровати, либо мы с компами идем на ужин, обед, и пока ждем еду, тоже работаем. Короче говоря, по сути, мы вторую половину дня просто все время сидим за компом, а затем компы закрываем и ложимся спать. И на этом я хотела бы закончить это видео. Большое вам спасибо за просмотр. Я рада, что в этом видео было много разных зверей. Я очень люблю животных, поэтому с удовольствием его монтировала. И да, пишите в комментариях, если вам нравится такой контент. Буду очень рада почитать ваши отзывы. И до встречи в новых видео.